Всем привет! У меня сегодня дома целый магазин орхидей. Сейчас лето, многие просят выше какую-нибудь красивую орхидею, особенно после обзоров. Вот эти орхидеи были в БУ-центре по 449 рублей. И три орхидеи сегодня уедут к своей хозяйке. К Любови. Вот такие вот красивые орхидеи на один цветонос, огромные лопушистые вот такие у нее листья. Поливать я не буду, ничего делать не буду, потому что ей предстоит пересылка. Помимо этой орхидеи еще вот это тоже поедет в той же посылке соседствовать. Они были у нас от двух производителей и по совершенно разной цене. У меня есть такая орхидея. Дома у нее листья прям гораздо темнее становятся. Вот такая вот она вся в ответвлениях, но корни там не самого лучшего качества. Но корни есть, корни есть. Все хорошо. Тоже поедет к Любови она. И вот такая. Три орхидеи сразу будут в одной посылке ехать. Тоже такой же производитель. Вот они, три красотки. И тоже название не знаю. Надеюсь, что доедет все хорошо. Тоже довольно лопушистые у нее такие листочки. Видите, какая красивая. Она такая восковая. Вот это малышка. Это малышка яблоневый цвет, если я не путаю. У нее название, сейчас я покажу. У нее же есть название на корешке. Посмотрите, какое чудо. Сейчас покажу название, достану. Вот ее название. Она мультифлора, маленькая. С корнями тут все хорошо. Маленькая розеточка и вот такая шикарная орхидеечка. Я ее поставила на полочку перед глазами. Ну вот это мой, конечно, цвет. Я такие обожаю. Чудо вообще. Чудо из чудес. Она тоже уедет. Дикий кот. Практически все бутоны он уже открыл. Шикарный, красивый, наш любимый дикий кот. Мне нравится, когда вот только открываются цветы, они такие, как с зеленцой немножко. Он, бедный, потерялся. Наверное, в теплице было у него освещение с одной стороны, а здесь он приехал в квартиру, освещение отовсюду. Он, бедный, не знает, куда же ему открыть цветы. Получается, что цветы открылись в разные стороны. Думаю, что он еще и доращивать будет. Постоит и начнет доращивать. Так. Красотка. Красотка Каода у меня стоит. И тоже она уедет. Вот только-только открывается цветочек. Это ж надо такой ветвистой быть. Тоже поставила все в кашпо. Розеточка компактная. Такая она прям вот аж вся стучит. Корни. Корней масса. Каоды у нас, конечно, нынче это вообще что-то. Не ждали, не гадали. И в Омск приехали каоды. Теперь они из Омска поедут по стране путешествовать.
когда упаковываю, мне так жалко, думаю, бедненькие в темноте будут их кидать, швырять. Пока они доедут до своих хозяек. Кто бы мог подумать, что из Сибири, из Омска по стране будут уезжать орхидеи. Вот такая вот красотка колода. В общем, вот это все богатство будет упаковываться и разъезжаться по стране. Малышка. Есть у меня две роскошных орхидеи на дуге. Одна из них красотка Sacrifice. Она скинула у меня, наверное, два цветочка. Все остальные держат уже долго. Вот такая шикарная вообще орхидея, очень крупная. Просто чудо. А вот ту орхидею, она тоже отцветает, так жалко. Тоже на дуге, она поедет в Казахстан к Елене. Но я посмотрела, она у меня, сейчас покажу. Листик у нее уже рос, когда мы брали ее. И она начинает корешочки, кончики. Вот видите, растут кончики у нее. Я всегда радуюсь очень, когда растут корешки. Всегда это все показываю. Кормяю у нее отлично. И главное, что начинают расти корешки. Но а цветы, я думаю, она еще у Елены зацветет. И не раз. Такая вот прелесть. Орхидеи на дуге. Это красавец Крис. Он у меня уже выгорает. Он уже отцветает. Несколько цветочков я убрала. На самом деле он был желтый-желтый, как желточек вообще яичный. Вот такой он желтый. Огромные у него листья. Там маленький листик уже растет. Я думаю, что Крис отцветает. Просто хочу вам его показать. Это попугай. Попугая купила. У меня, конечно, есть попугай. Одного попугая я уже отдала Татьяне. И вот купила еще одного. Просто не удержалась. Купила. Пусть будет. Чтоб было. Розетка у него маленькая. Вот такой вот замечательный попугайчик. Еще не успел выгореть на моем свету. Так, вот это. Это Манхэттен. Тоже купила, потому что она ко мне запрыгнула в руки. Манхэттен у меня, конечно же, есть. Мне кажется, все, кто увлекается орхидеями, Манхэттен приобретают в числе первых орхидеек. Вот такая она красотка. Аж рябит в глазах от ее вот такого вот язычка, от вот этого крапа. Надеюсь, что ни один бутон оно у меня тоже не засушит и будет радовать. В принципе, девчата, если кто-то о ней очень сильно мечтал, могу продать. Пока у меня еще дочь не уехала на море, пока у меня есть помощник, упаковать и увезти, могу ею поделиться. А пока стоит и я на нее любуюсь. Если никому не нужна, я оставлю себе. Манхэттенов много не бывает. Так, тут я составила все по цветам. Это бабулетка. Бабулетка скинула всего один цветочек и стоит, держит. Прям такая бодренькая. Молодец. Красивая орхидея, бабулетка Диди. Как мне написали, что она называется. Но она действительно на французский такой манер красавица. Ой. И сейчас покажу красотку, которая выше всех, так и возвышается у меня. Это вот эта орхидея. Сейчас коробку отодвину, чтобы она нам не портила вид. Вот посмотрите.
сегодня отправлю вот эту красавицу. И очень хочется запечатлеть ее на память себе и показать всем. Вот эту роскошную орхидею. Я их покупала две. Одна уже в Казахстане, она у Татьяны. Татьяна сегодня прислала видео, голосовые, что сердце чуть не остановилось, когда она ее увидела. Это вообще, это что-то. Бархатная орхидея с неоновыми краями. И вот с таким ответвлением. Эту я сегодня буду упаковывать. Переживаю, волнуюсь страшно, как она доедет до Марины. Ехать ей очень далеко и очень долго. Теперь коробку придвину, покажу. Так, он, как у нас на Почте России нет квадратных, наоборот, длинных узких коробок, есть в основном только квадратные, а эта орхидея высоченная, то мы клеим вот такие коробки сами. Ходим, ищем коробки, приносим домой, склеиваем их. Вот такая высоченная коробка приготовлена для вот этой вот орхидеи. Попытаемся ее упаковать так, чтобы она доехала без стресса. Ну все, в конце вот показала эту красотку. Пожелаем всем орхидеям счастливого пути. Сегодня будем упаковывать и возить на почту. Всем отличного настроения. Пока-пока.